Yeah.
песни. Спасибо огромное. А можно? Это нам? Если можно. Лёшка, аккуратно. Передайте нам, пожалуйста. Да. Класс! Лёшка! Ты так этот зайчик, боже. Спасибо, девчонки, спасибо огромное. Круто! Днепр, спасибо большое, что встречаете. Сегодня у нас, сегодня замечательный день, потому что мы со всеми вами видимся. Мы не часто видимся, правда? Но сегодня, друзья, столько людей здесь. А как там дальше? Как дела у вас? А еще дальше! Хорошо, хорошо. Леша, моя икона тут. Я пойду на нее помолюсь. А можно нам тоже передать? Пойду помолюсь. Спасибо, на икону. Я бы поставил ее здесь, знать, потому что... Я тоже хотела бы дать. Спасибо, мы заберем обязательно. Ну, показать вам просто три движения. Я уверена, что вы отгадаете, как называется следующая песня. Помоги мне, пожалуйста. Без тебя никак. Девчонки, поддержите позицию. Давай, попробуем. На 3-4. Неплохо. Неплохо, но не для дня рождения, не для такой тусовки. Не для вашего города, Днепр. Днепр, вы где? Давай попробуем, Лёшка, еще раз на 3-4. Все! Вот, знаете, наш звукорежиссер, его зовут Вова, поаплодируйте ему, пожалуйста, он вот там вот находится, в этой черной штуке. Дело в том, что он глухой. Он, да. Он полностью глухой с рождения. Поэтому он с вами работает. Да. Вот, и поэтому, ребята, он не включит песню, пока все вместе, весь город не скажет это волшебное название песни. Вы, мужчина, вы понимаете меня, да? Для того, чтобы были вибрации. Вибрации в его теле. Готовы? Депор! Итак, еще разок. На 3-4! Все пока не потеряли, мы должны все по местам расставить. Погнали! Уровень! Каждый день мужчины пишет все от уровень. Те, кому по благодарны, все будет ведь. Офигенная проблема, сломанная лодка, жалеет тебя прямо. Почему я все несет? Он не за нас и не топит все. Плачет сейчас, но взял немножко. Я рад не был особо, как кошка. Давай с тобой договоримся про порой. Ты меня не трогай! Ты меня не трогай тоже! Спасибо, тут принцесса дарит цветы. Спасибо огромное, девочка, спасибо. Нельзя вот так вот эту песню просто так вот выдать, пока вы сами не отрепетируете. Попробуем? Мы попали. Делайте руками. Ручки вверх все. Мы всех обогнали. Если не выдать, так долго у нас будет. Делайте руками. Мы всех обогнали. Это время! И тепло! Готовы, ручки!
девочки, вместе с нами, come on! Полетели это время и стекло. Мы сами себе мода. Сами себе стиль. Как вот погода. Бог стиль. Мы играем. И не пи. Только пальцы определили тыщ. Это точно все получилось. Ты мне нужно подтвердить это все. Какой фразы ты можешь мне подтвердить это все? Точка, извини, пожалуйста. Нужно подтвердить, я поняла, да. Подтверди мне фразу одну. Yeah, boy. Я правильно все сказала? Все правильно, Надя. Еще разок, подтверди мне это все фразы. В тебе у нас все офигенно. Давай, я хотела бы Днепр теперь услышать, наконец-то. Чтобы они сказали, у вас вообще все офигенно. Нет, не так. Е-бой! Подождите! Днепр, у вас все офигенно! Е-бой! Окей, let's go! Окей, let's go!
Let's go, Волочка, запускаем. Ури, улетай, дай по ночному городу, отрывай нам голову всем, пока мы молоды. Радость на пол, вокруг не смеха. Как мне это все надоело. Все с нами темпы. Как мне это все надоело. Как мне это все надоело. Как мне это все надоело. Как мне это все надоело домой. Как мне это все надоело. Как мне это все надоело. А не надо ничего делать. Я просто вот так вот послушала и поняла, что теперь я знаю, где живет. Давайте вместе с нами все! Поднимай ручки вместе с нами и пойдем, come on!
Ну мы пойдем уже, наверное. Ну, по-моему, вы не проснулись даже до сих пор, да? Артистам приятно, если вы будете ручки вверх, все поднимать. Все, все, все. Вот, что мы ждали весь концерт, елки-палки. Back to лето, back to reality. Я думал, уже уйти. Не отпустим, нет. Вы слишком как-то, знаете, как просто стоите, как-то улыбаетесь, но вот мы не получили до конца ту эмоцию, которую мы хотели видеть от вас. Ребята, давайте немножечко разомнемся, мы все покажем. Все, кто любит небо. Все, 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 все. Все сами. Все, 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 все. Качаемся вместе. Отлично, дальше тоже. Очень красиво, идеально. Дамы и господа, спасибо огромное вам за то, что сегодня пришли. Но вы же понимаете, что просто так махать ручками мы не будем, да? Мы еще попрыгаем вместе с вами. Готовы? Мы скажем, когда на три, два, три, два, один, прыгаем! Чап, 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 чап